Вокруг стены древнегреческой усадьбы, находящейся на территории Парка Победы города Севастополя. Усадьба так называемого башенного типа. Центральное здание, которое представляло 2-3-этажную башню, очень похоже на дома башни на Северном Кавказе и далеком отсюда Йемене. Официально археология говорит, что усадьба была построена самими древними греками, но в общем-то тип домов-башен для Древней Греции не характерен. Так что, скорее всего, древние греки пришли уже построенные здания предшествующих цивилизаций, находившихся задолго до них на земле нынешнего Севастополя. Итак, целый ряд поселений городского типа на территории Севастополя, которые затем использовались греками или не использовались ими. Например, городище в Балке Бермана использовалось, а вот Страбонов Херсонес, городище в Казачьей бухте, так по каким-то причинам древними греками и не было заселено. И уже в начале, а точнее в первом веке нашей эры, известный древнеримский географ Страбон, грек по происхождению, описывая это городище, упоминал, что оно абсолютно необитаемо, хотя этот период времени как раз и относился к рассвету находящегося недалеко от него знаменитого Херсонеса Таврического. Херсонес Таврический, собственно, и создал тогдашнюю российскую археологию, можно сказать, затем и советскую, и продолжает носить свой вклад и в современную археологию, но, к сожалению, за последние два года новая администрация этого историко-археологического музея-заповедника как-то стала смотреть на археологические исследования как на нечто второстепенное, увлекшись разного рода массовыми зрелищными мероприятиями, как, например, широко разрекламированным в этом году оперным фестивалем в августе 2018 года. На территории нынешней Керчи, где в античность располагался столица Боспорского царства, город Пантикопей, также есть один памятник, который отличается своей древностью и принадлежностью к гораздо более древней цивилизации. Это так называемая царская могила, вход в которую очень и очень напоминает вход во многие древнеегипетские пирамиды. Единственным местом пока, где на территории бывшего Пантикопея есть следы чисто греческой цивилизации, это вершина горы Митридат. К сожалению, других раскопок на территории Керчи в свое время массово не проводилось, и только там остались вот эти вот следы этого чисто древнегреческого города. Другими следами кемиабинской археологической культуры являются пещерные города юго-западного Крыма, к числу наиболее крупных из которых относится пещерный город на горе Мангуб, где в средневековье находилась столица средневекового княжества Феодора, одноименный город Феодора. Вот эти пещерные города, и особенно пещеры Мангуба, они очень напоминают пещерные города Северной Африки и на территории Эфиопии. Начавшееся строительство федеральной трассы Таврида на территории Крыма, оно одновременно дало очень большой толчок археологическим исследованиям на территории Крыма.
И одновременно с археологическими открытиями было сделано и открытие в области палеонтологии, то есть древнейших животных. Это знаменитая гиеновая пещера, которую случайно открыли вот в процессе строительства одного из участков трассы Тавриды в 2018 году. Гигантские гиены, которые где-то в 1.5-2 раза превышали по размерам современных, и с которыми приходилось вступать в ожесточенную схватку тогдашним предкам современного человека, кроманьонцам.